Ольга Черевута на барабанах играет уже 5 лет. За это время она наизусть выучила большинство пионерских сигналов и ритмов. На ежегодном конкурсе «Бей барабан» она среди тех, кто показывает мастер-класс для юных пионеров Сарова. Тягу именно к этому инструменту она объясняет очень просто. Я просто смотрела на разные картинки из СССР, смотрела то, что вот там такие красивые ребята, пионеры, так красиво играют, и мне тоже так хотелось. По словам Ольги, у пионеров-барабанщиков очень ответственная работа. Именно они сопровождают знаменные группы во время выноса знамени организации, сопровождают парады и торжественные мероприятия. Своим опытом девушка готова делиться с подрастающим поколением пионеров. Для начала нужно научиться правильно держать палочки. Без этого никак не получится. И нужно уметь палочками играть. Нужно играть не всей рукой, стучать палочкой, а нужно только ладонью. На конкурсе знаменных групп, гарнистов и барабанщиков «Бей барабан» каждая из пионерских дружин школ города старается показать максимум, на который способна. Компетентный жюри оценивает четкость шага группы, как отдаются команды, какие сигналы подает гарнист и знают ли эти сигналы пионеры, как держит ритм барабанщик. 9 мая мы всегда ходим на парад. Каждый год у нас проходит огромное количество традиционных мероприятий, которые не могут обходиться без выноса знамени. Нам нужно открывать наши мероприятия. И открывает всегда лучшая знаменная группа, лучшие барабанщики и лучшие гарнисты, которых мы выбираем сегодня. Десятки ребят в пионерских галстуках, которые собрались в Дворце детского творчества на конкурс «Бей барабан». О советских пионерах знают только из книжек и рассказов родителей. Но, как и прежде, с гордостью произносят гордый пионерский девиз «Всегда готов». И готовы соблюдать традиции и чтить символы этой детской организации. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.